день, ресницы здесь? Я на час. Здравствуйте. Да, здесь. Лиза, к тебе пришли. Здравствуйте, это вы, которые знакомы с ресницами? Ну да, я слышала, это самая популярная услуга, вот, решил попробовать. Кстати, а сколько это времени занимает? Ну, час-полтора, зависит от густоты ваших ресниц. Так, девчонки, хочу вам сразу сказать, у меня свои ресницы хорошие, мне надо максимально, естественно. Вы сейчас скажите честно, это больно? Не переживай. Давайте, мы все делаем на высшем уровне. Вау, это так естественно, то, что я и хотел. И при этом такая большая разница. Ой, вы знаете, вам так идет. И вообще, вы у меня такой первый. Первый без туши.